С вами любимая компания «Электромотор». Мы находимся на заводе «Остинвест» в Черкассах и представляем вам инкубатор торговой марки «Квочка». Сейчас мы вам расскажем основные достоинства инкубатора Ми-30. То есть, что это за инкубатор и, в общем, смотрите. Компания «Электромотор». Инкубатор Ми-30. В нем установлен электромеханический терморегулятор, значит, и спиртовой термометр для контроля температуры. Можно выставлять температуру регулировочным винтом сверху в диапазоне 37,7-38,3 градуса. Отмечено черным маркером, это напротив штырька, отмечена температура 38 градусов, с завода уже отмечается. Вот. Ну, термометр спиртовой, смотрите на зеленые отметки, должна быть шкала красная, спиртовой показчик должен показывать средину зеленой отметки. Это будет 38 градусов. Ну, если больше-меньше, то там, соответственно. Вот. Он автоматически включает-отключает лампы на заданной температуре. И утром-вечером переворачиваете два раза в сутки яйца. По вопросам покупки инкубаторов «Квочка» обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Все инкубаторы есть у нас в наличии, доставка по всей Украине, телефон в Киеве 5300-38.